Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами будем играть в Strong Click Simulator. Ссылку на этот режим я оставлю в описании. Это абсолютно новый режим. Он недавно вышел только. Можно прокачать массу. Также тут еще можно делать ребитхи. Они будут давать больше кликов. Тут, я так понял, есть питомцы еще. Первый питомец 500 монет стоит. Также тут есть какие-то золотые слитки, которые я не знаю, как получить. Тут еще какой-то питомец есть. Но он за донат, правда. Сундуки какие-то есть. Нам дали 10 тысяч монет. Давайте откроем какого-то питомца. Нам выпадает кот. Они надо вкусно сильно. Всего мы носим 3 питомца. Их можно скрещивать. Давайте попробуем ввести стандартный код. Чтобы его ввести, нужно вступить в группу.
Давайте я тогда вступлю в группу, наверное. Ну, я вступил в группу. Нам дали 40 тысяч монет за этот сундук. И давайте введем код. Ну, коды, в общем, не подходят. Слитки, наверное, можно получить за ребит. А, ну да, здесь даже пишут, что я получил вот эти слитки за ребит. С помощью них можно прокачивать вот это вот. Тут не продумано, что можно выпасть за карту. Давайте я, наверное, включу автокликер и вернусь. Ну вот, я включил автокликер. Работает он достаточно хорошо. Тут, походу, стоит ограничение все. Все, мы уже накопили на ребитах. Следующий ребит стоит дороговато, 2 миллиона. И за ребитах у нас поменялся ранг. Теперь мы твинг. Я прокачал мультиплеер на силу. Теперь уже дает нормально. Не знаю почему, но у меня перестал работать автокликер. Кстати, у нас, по-моему, гантелька поменялась. Давайте я, наверное, пооткрываю питомцев и к вам вернусь. В принципе, я достаточно понаоткрывал питомцев. Все, теперь у меня есть самые лучшие питомцы. Именно из первого яйца.
Мы можем открыть уже второе яйцо, в принципе. Ого, он достаточно мощный. Для следующей локации нужно 3 ребитха. Ну ладно, на этом мы, в принципе, уже будем заканчивать. Всем удачи и всем пока.